Сколько бы я ни путешествовал, я не переставал любить реки, поля, леса, озера, горы. Может ли мне когда-нибудь надоесть снимать все, что я вижу вокруг? Не думаю. Я был еще ребенком, когда отец начал брать меня на рыбалку в Магадане. Это осталось в моей памяти на всю жизнь. Красота, умиротворение, восхищение, спокойствие, восторг, эйфория, радость, волнение. Эти слова описывают то, что испытываешь, находясь наедине с природой. Представьте, что у вас есть любимая музыка. Вы послушали ее раз, потом вам хочется еще и еще. Вспомните мелодию, от которой у вас бежали мурашки по коже. С путешествиями у меня точно так же. И возвращаясь домой, тебе хочется все это повторить. Во время поездок бываешь в местах, от которых дух захватывает. Посмотрите на природу вокруг. Она существует, и она рядом с нами. Я не представляю свою жизнь без путешествий. Я не говорю сейчас о путешествиях в далекие города или неизведанные части света. Я говорю о том, что рядом, что доступно каждому. Посмотрите на эти места, все это вокруг нас. Берите своих детей, друзей, фотоаппараты и едьте за будущими воспоминаниями. Заходите в мой инстаграм, чтобы увидеть фотографии в обработке, сделанные из этой поездки. Этот год для многих из нас стал не похожим на никакой другой. У многих из нас отменялись перелеты и кардинально менялись планы. Но посмотрите, сколько всего открывается перед нами, на что, казалось бы, мы не обращали внимания. Иногда единение с собой может дать самое большое вдохновение и открыть перед нами новые возможности.